Доброе утро, мой мальчик. 7 часов, ждем папулю, одеваемся в садик, да? Сегодня какой день у нас недели? Понедельник. Вчера. Видели фонтан, да? Да? А почему? Да? Давай, одевайся, капутель ты мой. Афонь, ты с чем? С обувью с новой винькой, да? Мальчишки мне тут помогают, моют окна. Ну, сейчас посмотрим. Так, в общем, я... Сейчас поеду на стрижку, к 10 записалась, сварила уже суп с галушками, и детки мне помогают, моют окна. В общем, как могут, так и моют. Я, ну, говорю, конечно, где там подтереть посильнее, но вот как получается, так и получается. Вот так что я пошла собираться, ура, и запишу еще мальчишек на стрижку, потому что уже пора, наверное, несмотря на то, что еще... Сколько получается? 2 недели? И мне кажется, уже нужно их подстричь. Я прям терпела. Можно, конечно, еще недельку потерпеть. Не знаю. Так, я подстриглась, в общем. Поставила машину на мойку. Думала, что ее так быстро помоют. Но она настолько грязная, что ее так быстро не помоют. И сейчас Сержуня меня заберет, отвезет домой. Мне потом позвонят, когда ее забрать. Короче, вообще она настолько грязная, прям там после моря, просто ужас. Ну, приведут в порядок. Все, я подстриглась, голову не стала мыть, но мне очень нравится сзади опять там рисуночки. Что случилось? Тебе Гришка мама, ничего не дает. Видите, я надела и вам покажу. А, да? Заходи, сейчас нельзя? Да, еще нельзя. А, ладно, сейчас мы выйдем. Только открой, пожалуйста, и доделаю при нормальном освещении, хорошо? Нормальное освещение? Нет, маловатое. Я забрала машину, поехала вот сейчас 2 часа, почти даже 3. Ее только помыли. В общем, она была такая грязная. Там было, ну сколько мы там, 4 раза были в камышеватке. На море куча песка. В общем, жесть. И сейчас купила котлеток пожарских в Кавказе. Сейчас буду их в духовке запекать. И делать еще гречку в мультиварке на ужин. Собрала, Гриша собрал. Гриша забрал. Она такая классная. Только поаккуратнее, то могут отвалиться. А, да? Тебя отклеилось? Гриф красных это наш. Они оба в красных. Нет, вот в красных перчатках это наш. Первая алмазная выкладка Григория, да? Алмазы. Алмазики, да. Я как раз сложила котлетки. Можно чуть-чуть друг? Ну, с Антошей туда разговариваю. В общем, вот котлетки, здесь 2 упаковочки. На 300 с чем-то рублей, 368, что ли, рублей вышло 2 упаковки. Мы повязали щавель, вязали и хрена. 9 штук получилось, ну еще сейчас мама один дорвет. И пока все. Мальчишки здесь пылесосят. Мам, сейчас мне обмода риски раз забил. Да? Сим. Ага. Да, ты смотрел? Ты ножку забил. Как? Один пнул, и рукой достал. И второй головой тоже, и голову. Вратарь уже прыгнул, не касается. Да ты чё? Тони Кросс. Антоху привела. Да, вот тут ты будешь меня ждать, если вдруг тренировка закончится чуть раньше, хорошо? Ладно? Ты вот сюда вот выходишь, и вот тут вот меня ждешь. Пойдем. Ну не хочешь, поехали домой? Не, просто тренировка. Блин, возле ее ноги болят. Ну давай тогда не будешь ходить на футбол.
Будешь? Да. Ну все, пошли. Ну это с непривычки. Привыкнут ноги, не будут болеть. Да не будут привыкать. Не будут привыкать? Нет, нет. Почему? Не знаю. Будут, конечно, привыкать. Нет, не будут. Если бы они так все время болели, тебе бы было так трудно тренироваться. А так они болят просто с непривычки. Не с привычки. С привычки. Вот смотри, там уже все поставили. Давай, я сейчас тебя отведу и поеду домой, хорошо? Так, тренировка начнется. Да. Ладно? Потом. Потом же я приеду за тобой. Пошли вот сюда по дорожке. Потом же все закончится, я Гришу заберу в 7:30, а в 7:45 тебя. А у меня раньше закончится? Нет, у тебя чуть попозже, на 15 минут. Ну ты Гришу заберешь и сразу меня? Да. Я еду за детьми. Быстренько, даже ничего не снимала, заехала в Магнит, купила там Гришке воды. Что-то еще, не помню даже что. В общем, сварила макароны. Вот, макароны купила. Макароны сосиска. Наше классическое сочетание на карате, которое приносит нам удачу. Поэтому макароны сварила. Сосиски. Купила тук, это печенье. Воды две бутылки. Что еще там из еды? Вера печет пиццу. Даст детям. То есть я наложу макароны и сосиски на двоих с Серегой. Ну, каждому будет все равно все отдельно. И потом Вера пиццу завернет. В общем, готовилась Гришу в аквапарк завтра от карате. В общем, родители оплачивают дорогу. Деткочки. Родители оплачивают дорогу, а карате оплачивает пребывание целый день в аквапарке в Геленджике, Золотая бухта. Вот 1100 у нас на билет. На автобус, на билет, автобус туда-обратно, плюс покушать, плюс 500, покушать я даю пол, на полдня, то есть они едят там в дороге и едят, когда приезжают. Потом они там купаются, отдыхают, пьют воду, есть, я Гриша вот учу, что вот эту еду потом мы не едим, ну, то есть печенье можно, соответственно, там фрукты, яблоки можно, да, доесть на обратном пути, но... такую еду, как макароны. В общем, я тогда не договорила, у меня закончилась память на телефоне. В общем, сложила я Грише здесь сумка, вот эту вот он возьмет с собой в автобус с едой и еще с вещами положит в багаж. Это им Серега. Я сварила макароны и сосиски Грише и Сереже. И... А я не с Сережей сижу. Ну, с Сережей отдельно. И еще пиццу тетя Вера. Давай, бери зарядку, а я себе заряжу. Какие из них заряжают? Все заряжают. А все вот эти два? Да, две бери. Ну, чтобы урбан надо зарядить. Ну, бери его сразу и телефон бери. Тут пиццы напекло. Да вам на завтра, Сереж? У вас что, инжир есть, родня? А где вы его взяли? А, тетя, да? Ничем не пахнет? Ну, я завтра попробую, если можно. Где Коля? А там у Башки Дешка. Афонечка, иди сюда. Афонь, иди сюда. Афонь, мне не нравится такое поведение. Иди сюда. Афонь. Нет, иди поговорим сначала. Иди, мой хороший. Я ж тебя не видела целый день. Где ты был? Ты любишь Коляна? Поцеловал его? Тошка сегодня с футбола приехал, такой довольный, теперь рассказывает, как они сегодня играли в футбол, да, Андрюх? Настоящий? Ну да, у нас на настоящем стадионе у нас в станице. Мам, и я падаю на... А я настоящий футбол ехала в городе, далеко-далеко. О, Антош, мама, мы были на параде, помнишь, тебе мама такую штуку покупала, где надували пузырь, а. И она лопнула. Что тут за танцы? Никакие. Все, мы сейчас будем укладываться. Я буду спать на диване. С Гришкой, не знаю, наверное, и с Афонькой тоже. Что ты ищешь, Сережа? Подушку.
А, давай, Сереж, ты же иди там, Серега, в Колю заберешь, хорошо? Сейчас. Нет, подай мне мягкую Гришку. Бери. Что, со мной тут будешь спать? Да. Ну давай. Гришку зовем и спать. Да. Говори всем спокойной ночи, подписчикам. Спокойной ночи всем! Да, увидимся завтра, да?